Вот, то есть отвечаю на вопрос, где вот эти вот салоны, в которых также нам выгодно, мы взращиваем, обучаем маркетингу, да, и административной работе администраторов, которые, то есть зарабатывать, ну вот у меня просто предшествовал мастер-класс перед этим тренингом, как заработать на массажных технологиях. Это не значит, что вы должны работать только руками, да. Во-первых, приводя на этот тренинг своих друзей, вы уже можете зарабатывать по 2000 с их чека, да. Вы можете продавать билеты. Это достаточно... Ой, сейчас что-то их не принес. Ну, я вам покажу. А давайте сейчас покажу. Очень плохо, что у нас прерывается вот видеозапись. Снимает нам сейчас, да? Потому что придется повторить тогда. Ну, короче, система Альфа-Топ – это вот как раз вот эта вот пирамидка, состоящая из трех пазлов, да, где мы отвечаем на вопрос, ну, например, как применить свои знания, да. Вы об этом задумались, подумали и думаете, так, значит, применить можно и там-то, там-то. Обращайтесь сюда же опять, и мы там для вас открываем салоны и показываем, где это сделать. В интернете, как там себя пиарить, да, как себя продвигать. Далее, не хватает там какой-то техники, что делать, да. Спрашивались, опять же находится ответ здесь. Итак, вы можете по кругу задавать эти вопросы, без конца будете находить ответы в Альфа-Топ. Вот наш этот тренинг БТМ, да, ему предшествует мастер-класс, который называется «Как заработать на массажных технологиях». То есть я вот пропагандирую такую систему, что надо обучился и сразу иди зарабатывай. То есть не надо там что-то думать, решать какие-то степени, дополнительные квалификации получать, да, начать всегда можно с какого-то непосредственного минимума, поэтому вот у меня ученики 2-3 дня позанимавшись у меня сразу идут зарабатывать, ну, я вам говорил, только что вот были такие примеры. Потом зарабатывать же можно не только руками, можно стать администратором вот таких салонов или администратором Альфа-Топа, или привести на тренинг своих людей, заработать с них, да. Вот у нас, например, есть такие билеты, так называемые, которые имеют свой печать серийный номер, да, но у них нету даты. Вот такой билет стоит 5000 рублей на этот тренинг, да. А теперь представьте, люди платят разным ценам. Кто-то идет на 2 дня, кто-то на 4 дня, кто-то на 6 дней, да. Вот сколько вы заплатили, например, да. И, соответственно, это ваша инвестиция. Если вы покупаете билеты в пачку, получаете водокачку, вы получаете, их можете продать своим людям, да, ну, может быть, у кого-то есть сообщество, группа какая-то, да, тусовка там или где-то он там, ну, или сам там занимается интернет какими-нибудь там подписками, рассылками и так далее, да, то вы можете их перепродать с той стоимостью, которая стоит у нас тренинг. Соответственно, всю разницу получаете себе. И это получается прибыль 120%, 210%, 250%, понимаете? Где вы такие вложения еще можете найти и получить, да, с ничего, с какой-то бумажки. Не, ну он, естественно, должен ваш человек прийти, ну, отдать это все, понятно, да? Да. Это все регистрируется. Кроме того, вы пришли, вот я вам говорю, что система у нас множественная, вы уже получаете вот такие вот денежки, я вам возвращаю. Это, конечно, не деньга. Это купон с голограммой, с печатью, с номером на посещение, на номинал этого купона вам скидка на посещение следующих наших мероприятий. Это вот, разбирайте, вам подарок. Далее подарки вам будут высланы еще по почте. Потом у нас вот сертификаты и дипломы выдаются. Вот такие вот красивенькие. Для того, чтобы там повесить в кабинете вашем рабочем. На многие продукты вот в этой системе, да, там, особенно онлайн, там вы слаем по почте продукты, есть 100% гарантия возврата денег. Если там кто-то боится, что он что-то потеряет или недополучил, может вернуть себе всю сумму. Так. Ну, я вот про то говорю, что когда мы становимся специалистами, да, то есть, вот особенно, просто вы сейчас новички, да, именно для вас такое вот некоторое понятие в жизни. Я сам обладаю около, ну, даже не знаю, 20 профессиями разными. И что вы думаете, я по каждой профессии заканчивал институт, я где-то там очень сложно и долго учился.
Это некоторый наш обман в обществе такой. Не то, что обман, а пропаганда, учение, свет, там, учение, это там, твое зрение, это будущее. Учиться, иначе не будешь хорошим специалистом. На самом деле, все зависит от вашего собственного «я». И вот есть такая система «быть, делать, иметь». Не слышали? Слышали. Слышали, да? Вот. Дело в том, что вот некоторые ставят «быть», например, в начале, потом «делать», потом «иметь», да? То есть, например, я буду там сначала таким-то специалистом, да? Потом буду делать то-то, то-то, и тогда я буду иметь, ну, не знаю, там, например, доход или признание в обществе, да, кому что. Кто-то ставит наоборот, там, я сначала там буду много работать, тогда я буду кем-то признанным там мастером, например, да, и тогда я буду иметь. Некоторые ставят там наоборот, вот сначала я буду иметь офис красивых секретарш, тогда я стану там директором, да, вот буду кем-то, и тогда я буду делать, ну, например, там, не знаю, продавать окна или горох какой-нибудь в магазины. Ну и так далее. Можно, в общем, тут 9 вариаций есть, да? И я вам скажу, что каждый выбирает по себе вот некоторый образ своего движения в жизни, да? Вот он как задался вот такую программу, ну, например, вот эту, да? Так и идет, и у него дальше опять получается, вот у него сначала D стоит, потом B, потом I. И так без конца он повторяет эту свою программу, да? И таким образом он не понимает, что, ну, например, у нас есть в обществе очень много отложенных на потом некоторых таких бонусов, вот как некоторые счастье, да, откладывают на потом, вот я буду счастлив тогда-то, когда что-то, вот, например, буду делать там и иметь, да. А на самом деле счастливым надо быть здесь и сейчас. Вот такая же и у меня философия, то есть, если вы хотите там получать пенсию, да, или пассивный доход, то это у вас откладывается на 40 лет вперед, или там, на 50 лет вперед, а потом у вас государство все это обрубит, и вместо, то есть вы 40 лет проработаете, умножить на 40 часов в неделю, и будете получать, вот так, равно, минус 40% от того, что вы привыкли обычно получать в месяц. Соответственно, вам этого будет не хватать. И таким образом люди постоянно получается, что они вот в этих системах путаются и живут все время в состоянии нехватки некоторые. Это как вот мне рассказывали, на Кавказе там грузин откладывает помидоры на подоконнике, чтобы они зрели, дозревали. Каждое утро, ну их много, урожай большой, каждое утро приходит, там проверяет, так-то так, это не зрело так, а это подгнивать уже начинает так, надо ее быстро съесть, пока не подгнили. И так, первое утро, второе утро, и каждое утро, получается, ест гнилые помидоры, пока у тебя не закончится, понимаете? Философия-то. То есть он не живет каким-то вот насыщением жизни, да, а живет тем, что откладывает на потом вот этого, да. В итоге живет с гнильцой. Вот так скажем. Поэтому в этой системе еще не хватает четвертого элемента. Знаете, какого? Какого? З. Знания. То, что я вам говорил. Куда его поставить, знания? В начале, в середине или в конце? Я думал, что вначале. Вот тут, да? Да. То есть сначала надо знать много. Потом ты станешь кем-то, тогда будешь делать, и тогда будешь иметь. Ну, может быть, и наоборот, в принципе. Набирается опыта уже, ну, начал чем-то заниматься, и с этого получаешь опыт, и больше и больше, как бы, опыт тебе приносит знания. Ну, например, в конце, да? Да. Поставим тогда вот здесь. То есть получается, ну, это буква Z какая. Не 3, а Z. Так напишу. Ну а что если поставить знать перед делать? То есть ты какими-то навыками узнаешь о них и сразу же их притворяешь в жизнь. Вот здесь, да? Ну не обязательно, вот перед вторым, перед второй цепочкой. А, вот сюда поставить, да? Не, перед второй, перед центральной, перед Д. А, перед Д. Да, вот тут. Ну да, знаешь, потом делаешь, а ты становишься, потом становишься, да. Вот, я вам скажу, что эта система нашего образования, она повышает количество знаний, количество обученных часов, количество, ну, это какие-то нормы там у них есть, да, статистику же надо вести. А по сути, к вашей личности это никак не относится. Вот я просто недавно пообщался с фармацевтом в аптеке. Он говорит: о, ты такие вопросы умно задаешь, наверное, ты этот врач с медициной связан. Я говорю: ну да, связано. И как-то мы разговаривали, он говорит: ну вот я там 6 лет учился в институте медицинском, потом 2 года в ординатуре, 2 года в аспирантуре, 2 года еще проходил лабораторную практику, и только после этого я устроился вот на работу. И я так спрашиваю: сколько ты получаешь? Ну вот я там $500 получаю.
Я, понимаете, мне даже было стыдно ему сказать, сколько я получаю. То есть он учился 6 лет, чтобы выучиться на то, чтобы получать 500 долларов. А многое образование у нас платное. Представляете, сколько за это время он еще там что-то заплатил, там, за лабораторную работу, за там, карты какие-то, там, ну, учебные вот эти все курсы, да, в итоге. А я, получается, обучался всего 2-3 дня, а зарабатываете те самые 500 долларов за 2-3 дня тоже, понимаете, своей работы. То есть мне даже было стыдно ему сказать про это, как-то вот и как-то в обществе это даже не принято, понимаете? Поэтому вот это некоторый обман знания, само накопление знаний, у нас люди в итоге что делают? Они накапливают эти знания. Ну, на примере кулинарии, посмотрите, сколько передач там по телевизору идет, да? Как готовить, сколько книжек продается, сколько там людей этим всем увлекаются, смотрят, например. Там, я умею жарить там, плов всех видов, вот он про себя думает, да, я же уже все знаю, и у меня же уже куча стопок книг, в интернете подписаны какие-то курсы, здесь я там по телевизору посмотрел. Но у меня мама, например, занимается приусадебным хозяйством, там тоже самое, та же самая история. То есть везде дается как можно больше знаний, потому что у нас еще с совковых времен привито то, что знание – сила. На самом деле знание – это бессилие. Многие знания, чрезмерное знание – это вред. Потому что человек, знаете как? Он горд, ну, как бы, самоудовлетворен тем, что он знает, но он не делает, он не доходит до этого, до этой стадии. Потому что, когда он начнет делать, он вроде кажется, он умеет плов делать там, и аджарский, и китайский, и узбекский, и таджикский, там, ну, 40 видов пловов умеет делать. Но когда он начнет делать, у него что-то обязательно не получится. И вот он боится вот этого, то, что не получится, понимаете? Он боится уже, как бы, упасть сам в своих глазах. Собственно, страх. Поэтому до сюда не доходит. Поэтому много знать не надо. Надо узнать чуть-чуть и сразу в действие. А именно я это все вообще объединяю в одну точку. То есть прямо здесь. Знать, делать, быть и иметь. Вы вот прям центрируете все это здесь. И говорите после вот этого моего тренинга БТММ. Все, я мастер, я знаю, я делаю, я могу. Тут же прям, понимаете, не надо это все размусоливать по времени. И, соответственно, если знаний не хватает, они придут в процессе делания. Многие знания ко мне также пришли, я много даже приемов разработал и изобрел самостоятельно во время уже процесса. И я стал, и, понимаете, не от головы я стал делать правильно массаж, а наоборот от рук. Руки стали чувствовать по-другому, и они сказали моей голове, как надо делать. То есть, на самом деле, процесс обратный идет. Даже голова мешает, понимаете, я иногда работаю, отключаю голову, смотрю куда-то в сторону, вот так, а руки сами чувствуют, понимаете, это приходит только с практикой, то есть постоянно, вот если вы сейчас пришли просто ради интереса, да, обучиться, на самом деле я вам все-таки рекомендую, практикуйте тут же идите к родственникам, на друзьях, там, на маме, там, на детях, там, ну, на ком угодно, да, на соседях, сразу начинайте практиковать, пробовать. Во-первых, у вас практика появится, а во-вторых, у вас будут постепенно появляться клиенты ваши, которые будут рекомендовать вас дальше. Понимаете? То есть это все нельзя оттягивать. Я вот с одним буддийским монахом общался, он такую формулу сказал. Каждый должен слепить свои 100 пельменей в жизни. Вот кажется, что такое глупость какая-то. Ну, кто не знает, как пельмени лепить, да? Ну что, там мясо закатал, там фарш, да, в тесто завернул. Но на самом деле, пока вы их не сделаете 100 штук, они у вас будут то разваливаться, то мясо пересоленное, то там, не знаю, лука слишком много, то там еще что-то там. И не скрепляться тесто будет, не липкое и так далее, да? То есть, пока вы практикой вот это не отработаете, вы не получите результата. Вот. А сами навыки, я вам гарантирую, 100% мы получим прямо сейчас. И прямо сейчас мы переходим к действию, прямо сейчас начинаем отрабатывать на спине, да, поэтому камера выключается, мы переходим в действие. А кто выключил уже? А кто к нам не попал на занятие на этот тренинг, тот многое потерял. Тот достоин только смотреть в интернете, ну, не знаю, по видео, там, по книгам, может быть, вы чему-то и научитесь. Но я вам гарантирую, что самое максимальное знание и навыки, внедренные в жизнь, вы получите только здесь, на моих практиках и тренингах. Так что подписывайтесь, регистрируйтесь и приходите.